Внеочередное заседание районного совета для некоторых советников было первым. Свои мандаты сложили примары населенных пунктов, председатель района и его заместители. Федор Ковальжи по собственному желанию уступил место следующему по спискам Демпартии. Районный бюджет на 2020 год был утвержден в сумме 119 тысяч леев. Из резервного фонда выделили средства на материальную помощь нуждающимся жителям района. Также было решено перенаправить неиспользованные деньги. За счет нераспределенного остатка по доходам на летний отдых направить 77 400 лей на расходы, 7 тысяч лей управления образования на мероприятия с молодежью для проведения интеллектуальной игры КВН, 53 400 лей лицея имени Вазова на оплату за использованное тепло и воду, 17 тысяч лей гимназия УАК на оплату кредиторской задолженности за потребленный газ и электроэнергию. Четвертым пунктом увеличить бюджеты гимназии Кортинг в связи с поступлением специальных средств на 33 900 лей, Олимпия Иванова на 14 200 лей, при этом уменьшить по гимназии Валиперши планы по специальным средствам на 33 900 и лицею и гимназии Софиевка на 14 200 лей. По словам председателя района, бюджет управления социального обеспечения увеличился втрое, но, по мнению примара коммуны Виноградовка, социальных работников недооценивают. Социальные работники имеют по 10, по 12 человек. Кроме этого, мы как примары им на них возлагаем и другие обязанности, просим их. И они попутно заходят не только к тому, которого он непосредственно, за которым закреплен, а еще и другие пенсионеры. Я очень хочу, чтобы все знали, что сегодня на эту службу возложены очень большие обязанности, и вы знаете, наши пенсионеры их ждут. Дискуссию у советников вызвал вопрос, не включенный в повестку дня. Начальник управления сельским хозяйством заявил о том, что их службе не хватает специалистов, которые писали бы проекты на получение субсидий. В этом году 900 миллионов фонд субсидирования сельского хозяйства. Только этот фонд. В республике работает 36 проектов фонда всего. Нами освоено 26. В регионе, в республике на следующий год планируется 1 180 000 000. Нигде нет таких резервов, как работать в этом направлении. Мы не можем достучаться в примариях до Мошивона, до каждого малое фермерское хозяйство, крестьянское хозяйство, потому что эти люди не могут участвовать в проектах. Они могут работать в 4 утра, подниматься, могут бегать, организовывать, трудоустраивать семью свою, обеспечивать куском хлеба, чтобы не ездить на заработки. Но они не могут сегодня заниматься проектами. Этот вопрос, по словам председателя района, обсуждался на специализированных комиссиях. Объясняю. Сегодня 855 тысяч фонд заработной платы и содержание службы управления сельского хозяйства. 4 тысячи лей в месяц уходит только на бензин. Мы обрабатываем сегодня 40 тысяч гектар, из них 44% обрабатывается экономическими агентами, которые не зарегистрированы в Тараклийском районе, господа примары. То есть деньги уходят в чужие районы. Дело в том, что в этом отделе нужно наоборот сейчас привлекать молодых специалистов. Почему? Потому что... Молодые специалисты сегодня 4 тысячи лей. Правильно. Никто не придет молодой. Да, конечно, не придет. Проект бюджета на 2020 год по сравнению с утвержденным бюджетом 2019 увеличился на 21 486 леев.